Утром 28 апреля на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что в поселке Черновское Сланцевского района горит дом на Кузнечной улице. До прибытия на место происшествия спасателей 145-й пожарной части основную работу по тушению пожара выполнила добровольная пожарная команда Черновского сельского поселения, которая своими действиями не дала сгореть дому полностью. Прибывшие на место пожарные, войдя в дом, обнаружили в одной из комнат тело мужчины. Причиной пожара стала неисправность дровяной печи.